Мощный циклон обрушился во вторник на север Германии. Скорость ветра в одном из районов достигала 119 км в час. В Гамбурге погиб водитель автомобиля после того, как на его машину упало дерево. В ряде районов города было временно парализовано движение. Серьезный ущерб нанесен городу Бютцов в земле Мекленбург-Передние Померания. Улицы города завалены черепицей и осколками стекла, повалены дорожные знаки. Ничего подобного я до сих пор в своей жизни не видел. Ужас какой-то. Повалены сотни деревьев, сорваны крыши с домов. Ну что еще можно сказать? Такое редко происходит. Перевернуты десятки автомобилей. Ранения получили около 30 человек. Было нарушено железнодорожное сообщение между Гамбургом и Любеком.